За минувшие выходные в Кировской области скончались еще два пациента с коронавирусом. Это житель областного центра, 74 лет, и женщина из Вятскополянского района, ей было 68. Таким образом, число жертв коронавируса в регионе достигло 20 человек. Еще 38 пациентов находятся в тяжелом состоянии. 7 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За последние сутки выявлено 40 новых случаев заражения. Общее число заболевших превысило 2300. По России в целом статистика новых случаев существенно не меняется. За последние сутки выявили более 8900 зараженных. Общее число инфицированных превышает 476 тысяч человек.